Очень интересно. Вот такой автомобиль в 43-м масштабе есть у производителя Start Scale Models. Интересная машина. Давайте посмотрим, открывается ли у него дверца. Можно посмотреть, что находится внутри. Залезать я сюда не буду, потому что здесь очень маленькие дверцы. И все это такое пыльное. Я пока сюда буду залезать, я весь перепачкаюсь. Ну, можно посмотреть. Если вторая водительская дверца открыта, знак качества, сделано в СССР. Можно посмотреть заводскую табличку. 80-го года эта техника. Ну и различная другая информация. Видите, различные таблички, органы управления, педали. Я, наверное, еще сделаю отдельное видео, где покажу эту технику более детально. Дальше у нас идет БТР. Или то, что от него осталось. Это, скорее всего, спасательная машина была когда-то. Видите, у нее сделаны окошки для лучшего обзора. Теоретически сюда тоже можно залезть, но я не буду сюда залезать. Покажу вам просто издалека. Видите, силовая установка. Еще главное не упасть. Тут очень много различных кустов и веток. Видите, винт для гребля. Что хорошо в БТРах, это то, что они умеют плавать. На этой машине вы никогда не утонете. Так, это у нас должен быть Урал, пожарный автомобиль. Ах, классный Урал. Уралов я очень давно не видел. Еще советские покрышки, модель 047А. Салон. Ручку кто-то оторвал. Видимо, пытался залезть, посмотреть, что находится внутри. Ах, классный Уральчик. Это еще, по-моему, 375-й. Видите, со старой передней частью. Номер 497LAC. Ну и дальше идет другая техника, которую мы с вами посмотрим. Пожарный автомобиль Кунг на базе 131-го ЗИЛа. Видите, сверху есть пушка для тушения пожара. Номер 611-3EAN. Еще один пожарный ЗИЛ. Здесь уже кабина зеленого цвета. Возможно, она переставлялась от другой машины, потому что, видите, сама цистерна красная, а кабина зеленая. Номер 7659EAM. Это, скорее всего, автоцистерна АЦ-30. Возможно, АЦ-40. Ах, ЗИЛчик. Видите, когда-то он был синим, затем перекрашен в красный цвет. Вообще, по-моему, большинство машин так и было. С завода кабина шла синего цвета или зеленого. Потом ее переоборудовали в пожарный автомобиль и просто заново красили. Видите, салон здесь синий. К сожалению, автомобиль закрыт, поэтому показать вам его детально я не смогу. ГАЗ-53, 714 МАП. Какой-то пьяный по телефону разговаривает. Он за мной по пятам ходит и говорит по телефону. Так что, ребят, не обращайте внимания. 2539 ЕАО. ГАЗ-66 в пожарном исполнении. Видите, место для экипажа.
Ну и так выглядят эти автомобили с другой стороны. Ну и те автомобили, которые я вам уже показывал. Задние фонари от москвича на автомобиле Тарту. Ну, давайте пройдем, посмотрим эти машины сзади и пойдем смотреть дальше другие интересные автомобили. Дальше нас ждет также интересная военная техника. Дальше идет пожарная лестница на базе 131-го ЗИЛА. Она уже в более-менее хорошем состоянии. Возможно, она перекрашивалась. Видите, здесь поднята сама стрела. Вот этот ЗИЛок в довольно хорошем виде. Я, кстати, когда сюда пришел, две пожарные машины заводили, и они куда-то уехали. Вот этот ГАЗ-53 тоже более-менее нормальный. У него довольно свежая краска. Номер 138АЕИ. Видите, сам насос показывает давление. Видите, дублеры вниз опускается, наверх уже не хочет. Это задние фонари, скорее всего, от автомобиля Avia. Дальше у нас идет цистерна. Цистерна уже по виду современная. А сам автомобиль имеет кабину 131-го ЗИЛа. А база, скорее всего, от 130-го. Геленваген. Это, скорее всего, Isuzu, может, Mitsubishi старенькая. Автомобиль Volvo. Модель, к сожалению, я не знаю. Да, классные автомобили, конечно. Дальше идет пожарный Dodge. Вот, честно сказать, такую машину я ни разу не видел. Интересно, в каком месте она у нас работала? Кадрина. Это, скорее всего, какой-то поселок городского типа. Но машина сама по себе очень интересная. Можно залезть в нее, посмотреть, что находится внутри. Кстати, она довольно чистенькая. Ну, вот так выглядит данный грузовик с места водителя. Солнцезащитные козыречки зеленого цвета. Также водительская, видите. Есть рация Smith Wesson Magnum. Видите. Классно. Машинка классная. Я вообще очень люблю старые пожарные машины. И также старую американскую технику. Вот видите, сзади есть скамейка для экипажа. Также места для складирования различного инвентаря. Скорее всего, сюда складываются каски для пожарных, различные оборудования, перчатки, возможно, что-то другое. И, кстати, состояние этой машины довольно хорошее. Ну, вообще, американская техника тех времен славилась хорошим металлом, хорошим качеством сборки. Так что эти машины
довольно долго живут. Дальше у нас идет гусеничная техника. Трактор. Давайте посмотрим его поближе. Здесь, конечно, видите, все заросло, поэтому извиняюсь заранее за не совсем удачные ракурсы, потому что, опять же, повторюсь, что, видите, техника очень плотно расположена друг к другу, и ее обойти, скажем так, не всегда представляется возможным. Дальше у нас есть снегоочиститель. Модель, опять же, я затрудняюсь сказать. Кто знает, в комментариях напишите, пожалуйста, буду признателен. Вот такая машина. ЗИЛ-130 КСА-3. Уже выбили лобовое стекло, к сожалению. Ну, вот так выглядит ЗИЛок. Я люблю ЗИЛы. Это такая традиционная кабина синего цвета. А видите, здесь морда от 131-го ЗИЛа. Это у нас, скорее всего, разбрасывает песок машина. Видите, карта смазки. Номер 9997 ЕЕ. Техосмотр был последний в 2005 году, в 2005. В принципе, довольно, скажем так, свежая машина по меркам данного музея. Поэтому она в довольно хорошем состоянии. Ну, дальше у нас идет, видите, пожарный автомобиль. Тоже, в принципе, довольно свежий. Интересно, эти ручечки закрыты. Давайте посмотрим, что находится в салоне этого автомобиля. Уже довольно просторная кабина, видите, для экипажа. Место водителя. Посмотрим, если открывается водительская дверь, то я покажу, что находится внутри. Это Volvo. Врапла. Это машина была. Врапла есть аэродром. Еще старый советский. Вот видите, вот такая машинка там работала. Но, к сожалению, она закрыта. Дальше у нас идет, я так понимаю, это американский грузовик International. Здесь нету надписи, но судя по шильдику, скорее всего, это International. Номер 635 АДБ. Тоже очень интересная машина. Очень красивая. Lot Star 1600. Вот, честно сказать, таких американских пожарных машин я не видел у нас. Откуда их откопали, неизвестно. Видите, есть наклейка Sold. Продано. Классный. Классный грузовик. Здесь, кстати, можно посмотреть, что находится, видите, в таких небольших шкафчиках. Эти закрыты. Покрышки здесь Goodyear. Маркировка, видите. Конечно, покрышки уже вросли в землю. Классный грузовичок. Дверца закрыта или заклинила. Вот эта дверца, видите, открывается. Ну, здесь уже, видите, некоторые дверцы оторваны или сорваны с петель. Дальше у нас идет мусоровоз на базе газа. Всем известная машина. Таких машин было очень много. Видите, бункер. И также есть мусоровоз, который перевозит контейнеры с хромированными бортами, как на американских грузовиках. Но это уже, скажем так, самопал. Видите, даже есть контейнеры. Пожарная ИФА. Тоже, конечно, краска выцвела. Сейчас посмотрим, что находится
в этих отсеках. Видите, различные полочки. Здесь хранился разный инвентарь. Видите, кое-что даже осталось. Какие-то тряпки. Другие элементы. Это, кстати, наверное, была немецкая пожарная машина. Потому что, видите, на дверях написано по-немецки. Возможно, нашей стране ее передали в пользование. Видите, номер 69ZCR. Довольно современные номерные знаки. Вот такие номерные знаки такого формата устанавливаются на американскую технику у нас в основном. Вот так выглядит салон. Дальше у нас идет... Это, скорее всего, Dodge или Ford. Написано Fargo. Тоже трудно сказать. Такую технику я ни разу не видел. Но она довольно интересная. В принципе, видите, американская пожарная техника, она довольно сильно отличается от советской техники. Вот если вернуться к нашему Dodge, видите, у него спереди есть система для тушения пожара. Сюда прикрепляются шланги. В принципе, это очень удобно. Вы сразу ставите шланг и тушите пожар. А на советской технике вот таких установок нету. У американцев техника сделана больше, скажем так, для удобства и, в принципе, для экономии времени экипажа. Вот мне в этом плане всегда очень нравилась американская техника, что она очень удобна для пользователя. Видите, также есть различные шланги, другие инструменты. Номер 159 ХАА. Ну, кстати, можно попробовать залезть на крышу, если я не свалюсь. Видите, вот так выглядит этот автомобиль сверху. Ну и другая техника, тоже ее посмотрю. Кстати, здесь есть МАЗ-7310. Сейчас мы к нему потихоньку движемся. Машин очень много. И я постараюсь еще в будущем сюда приехать, скажем так, снять видео немножко с других ракурсов, поэтому не переживайте. Это мое первое видео об этом музее, поэтому, может быть, что-то, скажем так, будет снято не так качественно, но, тем не менее, я думаю, что это видео вам понравится. Также есть МАЗ, видите, тоже пожарная автоцистерна. Напишите в комментариях, если вы хотите увидеть какую-то из моделей более детально, я сделаю отдельное видео и сниму на нее более подробный видеообзор. Также вот тоже интересная машина, это Bedford. Смотрите, какой красивый у него значок, который спрятался под крапивой, и она меня ужалила. А, щипет. Вот так, никогда не трогайте незнакомые вещи. Тоже довольно хороший салон. Так, ну вот эти машины, которые мы уже смотрели. Давайте посмотрим МАЗ. И посмотрим классный МАЗ-7310 в пожарном исполнении. К сожалению, эта машина закрыта. У нас такие цистерны работали как и в аэропортах, так и работали в качестве бензовозов, ну вот видите, и пожарных машин. Здесь, кстати, стояла пожарная машина, которая с утра уехала. Возможно, она вернется. И самый классный экспонат. Это военный МАЗ. Честно сказать, не думал, что я увижу эту машину вживую. У нас их не осталось. У него даже, по-моему, открыты двери. Это место пассажира или наводчика. Есть, видите, заводские таблички.
Конечно, здесь довольно маленькая кабина. И она деревянная. Или, возможно, это стекловолокно. Но это точно не металл. Мне казалось, что она должна была выполнена быть из металла. А возможно, это реплика. Но это, ребята, это не металл. Это, скорее всего, стекловолокно. Напишите в комментариях, у таких машин кабина металлическая или, возможно, она должна быть из других композитных материалов. И у этого Маза, к сожалению, отсутствует двигатель. Видите, есть коробка передач, но сама силовая установка здесь демонтирована. Жалко. Здесь стоит мощный танковый двигатель. Номер 481 АЛТ. Давайте посмотрим. Рабочее место водителя. Попробую сюда залезть. Ну вот так выглядит рабочее место водителя. Обзор, конечно, здесь не самый лучший. Но, тем не менее, в принципе, можно работать. Хотел бы я прокатиться на настоящем грузовике. Я думаю, многие из вас тоже бы хотели прокатиться на такой машине. Ну вот видите, сзади сидит пассажир. После пуска двигателя вентиль закрыть. Скорее всего, вот эти вентили. Да, этой, в принципе, машиной еще надо уметь управлять. Видите? Тумблеры. Кстати, все тумблеры работают, причем так легко. Классная техника. Ну и сама цистерна. Плохо, что дорога не совсем ровная, поэтому есть небольшая тряска. Так что, ребят, извиняйте. Дальше у нас идет ГАЗ-53. Видите, такой сельхоз вариант грузового автомобиля. Тоже давайте посмотрим его поближе. Кабина более-менее живая. Не так много ржавчины. Это, скорее всего, довольно свежая машина. Здесь некоторая техника уже, как вы видели, в совсем плачевном состоянии. А некоторые машины более-менее нормальные. Видите, здесь даже, в принципе, комплектный салон. Я думаю, что некоторые машины здесь даже передвигаются своим ходом. Возможно, сюда привозят старую технику, какие-нибудь фермеры, у которых она работала. И, в принципе, видите, машинки довольно интересные. ГАЗ-53. Здесь, видите, собраны все газики. Но некоторые машины я обходить детально не буду. В принципе, здесь ничего особенного нету. Они, видите, все на одной базе. Просто вам показать. А некоторые машины будем смотреть более детально. У нас получится такое довольно большое видео. Супермаз, самосвал. У нас в городе ездит парочка таких мазов в довольно хорошем состоянии, но, в принципе, их не так много. У нас эти машины не закупаются. Они, в принципе, не отвечают современным нормам. У нас они довольно строгие, и поэтому, несмотря на то, что МАЗ делает автомобили, допустим, с мановскими двигателями, которые более экологичные, но тем не менее у нас люди предпочитают более, скажем так, хорошую технику. Мерседесы, маны. Также, видите, МАЗ старый. Оплетка на руль. Раньше любили делать такие оплеточки.
сидельный тягач. Еще видите, ранняя облицовка. Самосвал с тюнинговым бампером. Вот мне эти мазики нравятся. Красивые. Обожаю вот такие машины округлых форм. Еще один мазик. Получается, здесь довольно много мазов. Это, скорее всего, дорожная служба. Видите, сигнал. У нас эти мазы трудились. Пол прогнил. Хотел сюда встать. Сейчас бы провалился. Вот, довольно интересный мазик. Надо всегда смотреть, а то вот машина гнилая, встанешь и провалишься. Дальше, видите, идет грейдер, трактор, дорожный каток. Вообще здесь насчитывается порядка 400 различных единиц. Машин очень много, можно ходить целый день. Я уже здесь, наверное, хожу час, и, в принципе, я не обошел даже половину выставленных экспонатов. Огромные колеса. Довольно интересный трактор. Как видите, у него спаренные колеса. Скорее всего, это не заводское исполнение, потому что, видите, здесь просто на больших шпильках закреплены, видите, внешние колесные диски и второй ряд колес. Довольно интересный трактор. Здесь, скорее всего, двигатель ЯМЗ-236, видите, V-образная шестерка. Я думаю, что эта машина на ходу, на довольно хорошем состоянии. Ну, если сравнивать ее с другой техникой, которая расположена в данном музее. Можно заглянуть внутрь. Видите, так выглядит рабочее место водителя. Все агрегаты на своих местах. В принципе, при желании, я думаю, можно запустить двигатель. Здесь, видите, также генератор, стартер, все это на месте. Дальше у нас идет грейдер на старых советских номерах. Видите, номерной знак на желтом фоне, 7764 ЭК для тракторов. И, конечно, у нас уже такая техника заменена на импортную. Видите, Т-74. И есть также, видите, вот такой шипник. Таллинский экскаваторный завод. И это грейдер 65-го года. Я такие видел сейчас грейдеры от производителя Liebherr. У нас на различных стройках они работают. Дальше у нас идет трактор. Это, наверное, Т-40. Есть сзади табличка. Видите, Липецкий тракторный завод. Тоже довольно комплектный. Теоретически, я думаю, что он рабочий. К сожалению, он закрыт, поэтому я вам покажу салон только, видите, через остекление. Вот такой двигатель. Техника интересная. Мне нравится. Напишите тоже, ребят, какая из машин вам понравилась больше всего. Еще один, видите, погрузчик с отвалом спереди. Трудно сказать, что это за техника. Вот здесь есть табличка ТО-6А. Сделана в СССР. Двигатель. А вот радиатор охлаждения здесь уже отсутствует. И дальше идет тоже довольно интересный экскаватор. Или, возможно, это какой-то другой механизм. Я такой ни разу не видел. И трудно сказать, что это такое. Кто знает, тоже напишите, как это чудо техники называется и какое ее применение. Вот здесь есть небольшая надпись «Карпатец». Это, скорее всего, украинская техника.
А может, просто наклейку кто-то наклеил. Но, тем не менее, видите, вот есть логотип. Также надписи. Но кабина здесь тоже закрыта, поэтому, ребят, показать вам, что находится внутри, я не смогу. Только если поставить вот так камеру. Дальше у нас есть всем известный петушок. В принципе, такие трактора у нас использовались довольно длительное время. Последний я видел, наверное, в 2006 году. Тоже видите двигатель. Некоторые элементы здесь довольно новые. В принципе, это трактор ЭО-2621В2. 87 года выпуска. Дальше идет трактор «Беларусь» в варианте кабриолет для тех, кто любит хорошую погоду. Также есть табличка, двигатель, ну и другие элементы. Он уже, конечно, видите, в более плачевном состоянии, но тем не менее довольно интересный. Кажется, начинается дождь. Видите, здесь небольшие тучки. Я когда снимал первую часть видео, то начался дождь, мне поэтому пришлось немножко переждать в машине где-то полчаса, и сейчас погода вроде наладилась, поэтому я снимаю наш видеообзор дальше. Также пожарная ИФА, эта машина, скорее всего, тоже привезена была из Германии. Использовался этот автомобиль в одном из уездов, видите, нашей страны. ЗИЛ-130, автоцистерна, скорее всего, это был бензовоз, традиционно синяя кабина, желтая бочка, все заросло травой, постараюсь подойти поближе, посмотреть, что находится внутри этого автомобиля, видите. Эх, ЗИЛочки хорошие, у нас таких машин уже практически не осталось. И дальше идет у нас тротуароуборочная машина на базе, скорее всего, ГАЗ-53. Видите, у нее снизу должна быть щеточка. И, в принципе, вот такие машинки в советское время чистили дороги общего пользования. Но здесь все заросло травой, поэтому трудно вам показать. Кстати, вот перед ним стоит еще одна тротуароуборочная машина. Я ее обойду с другой стороны и тоже покажу ее вам. Дальше у нас идут комбайны. Первый комбайн неизвестно какой марки. Второй комбайн тоже очень похож на первый. У него, кстати, можно посмотреть, что находится в кабине. Здесь есть небольшая лестница. Если я отсюда не свалюсь, то, я думаю, мне удастся вам что-то показать. Вот так выглядит рабочее место водителя. В принципе, видите, обзор здесь довольно хороший. Ну и вот так выглядит другая техника. Таблички с различной технической информацией, ну и различные органы управления. Видите, еще второй комбайн, но он уже получше, чем вот эти два. Также двигатель, видите, он с турбокомпрессором. Ну и видите, сам бункер. Топливный бак. И давайте попробуем отсюда слезть. Лестница очень крутая. Главное, отсюда не свалиться. Также есть другие таблички. Видите, здесь показана схема натяжения ременного привода, цепного привода. Видите, есть как и ремни, так и цепи. Ну и другие интересные таблички. Трудно сказать, где у этих агрегатов находятся таблички с ВИН-номером и с наименованием данной техники. Если бы я знал, то я бы с удовольствием вам их показал. Так что я могу сюда еще приехать. Скажем так, это у нас первый этап экскурсии. А возможно, через год я также посещу эту выставку и покажу вам технику. Возможно, сюда что-то добавят, возможно, некоторые автомобили придут в негодность, их уберут. Ну вот, еще одна
машинка на базе 51-го газа. Тоже голубенькая кабина, желтенький бункер сзади. Но здесь уже, конечно, все гнилое. Видите, краска уже отслаивается. Я думаю, эту машину много раз перекрашивали. Дверь, наверное, закрыта. Они потому что находятся на отшибе. Вот там, вдалеке, тоже есть, видите, интересная техника. Я тоже постараюсь туда сходить и вам ее показать. Но это будет чуть позже. Я думаю, в конце этого видео. Давайте двинемся дальше. Здесь, в принципе, можно ходить целый день. И, в принципе, очень много интересных. У нас есть автоцистерна на базе 53-го газона. Также комбайн, видите. Очень хорошо, что эти машины поставили вместе. Можно посмотреть габариты самого комбайна. Я думаю, когда он работает, перед ним лучше не стоять. Россельмаш. Это комбайн зерноуборочный. Дон 1500. У него, скорее всего, закрыта кабина. Но вам, видите, в принципе, в довольно хорошем состоянии. И дальше идет у нас бензовоз. Есть надпись «Огнеопасно», но она уже наполовину стерлась на базе 53-го газа. Тоже машинка довольно интересная. У нее, конечно, промят капот. Номер 604 АИР. Воздух. Еще одна интересная техника. Даже не знаю, для чего она приспособлена, что ей можно делать. Вообще, отличный автомобиль при зомби-апокалипсисе. Включить переднюю мясорубку и давить зомби. Но на самом деле я затрудняюсь ответить, для чего нужна эта машина. Давайте, может, найдем шильдик, который описывает нам, для чего нужна эта спецтехника. Так, это валкоукладчик Е318. Видите? И, скорее всего, техника немецкая. Написано на немецком языке. Очень интересная машина. Такую машину я ни разу не видел. Вижу ее в первый раз. Дальше у нас идет ЗИЛ. Это, скорее всего, автоцистерна АЦ-30. Он здесь стоит в отдалении. Я вам уже показывал 130-й ЗИЛ, который стоял в середине данной композиции. А эта машина, видите, в плачевном состоянии. Скорее всего, те автомобили, которые уже очень плохие, их не выставляют, скажем так, в центр, а ставят сюда в отдаление. И когда я буду собирать наборы от производителя автомобилей в деталях, у меня уже будет кое-какая информация по тем автомобилям, которые трудились в советское время в моей стране. Дальше у нас идет самосвал на базе 130-го ЗИЛа, видите, с манипулятором. Эта машина тоже в довольно плачевном состоянии, и у нее очень сильно промята крыша. Мне до нее не добраться, потому что, видите, здесь все заросло травой. Трава под метр в высоту. Я думаю, что большинство автомобилей сюда просто привозили с различных свалок, что был выбор или утилизировать технику, или просто сюда поставить для всеобщего обозрения. Дальше у нас идет распуск, также прицеп цистерна, бортовой прицеп, самосвальный прицеп. Здесь, скорее всего, кузов от газа. Видите, даже есть гидроцилиндр. Есть еще подкатная тележка, скорее всего, еще один прицеп с более большим кузовом, скорее всего, от ЗИЛа. И есть вот такая небольшая котельная. Скорее всего, здесь варили битум. И этот агрегат использовался при ремонте дорожного покрытия. Видите, также есть ведро. Еще один распуск. Тоже интересная машина. Это, скорее всего, Форд. Да, ребят, это Форд. Пожарный Форд, но в очень плачевном состоянии, видите.
Интересно, у него дверь находится за водительским сиденьем. Тоже довольно интересная компоновка. Но здесь уже, видите, практически ничего не осталось. Дальше у нас идет фургон ТА. Аналогичные фургоны я вам уже показывал. Здесь машина просто в более плачевном состоянии. И идет еще один комбайн. Тоже, скорее всего, немецкого производства. И также есть табличка, видите, по рекомендации использования дизтоплива. Вот еще одна табличка. Здесь, конечно, довольно плохо читается, что на ней написано. Дальше у нас идет автобус RAV на современных номерах. Последний техосмотр был в 2000-х годах. Тоже, в принципе, видите, эта машина ездила. Покрашен в оранжевый цвет. За ним есть 400-й москвич, и он стоит на шасси ГАЗ-53. Но я туда не буду проходить, потому что там все заросло травой. Волга ГАЗ-2402, конечно, она в плачевнейшем состоянии. У нее промята крыша, все это дело очень сильно ржавое. И вообще вот эти Волги, универсалы, они сейчас очень редкие, потому что большинство автомобилей эксплуатировалось до победного конца. И, в принципе, они уже все списаны. Советские номера С7597ЕА. Ну и сама машина была белого цвета когда-то. Также довольно интересные машины, мультикар. Вот этот мультикар довольно бодро выглядит. У него есть мигалки. Он, скорее всего, рассыпал песок. Салон закрыт, но я могу вам показать, что там находится внутри. За ним находится Москвич 407, Таврия. У Москвича, к сожалению, нету заднего номера. Опять же ГАЗ-51, еще один ГАЗ-51, ГАЗ-69 и ВАЗ-2104. Еще один мультикар и фронтальный погрузчик. Здесь, кстати, сейчас идет экскурсия. Когда я приходил с утра, еще никого не было. Сейчас уже довольно много народу ходит и изучает эту всю технику. Дальше есть трактор. Его еще называют шассик. Без кабины. Еще один трактор. Точнее, это уже шасси. Видите, здесь, наверное, скорее всего, тоже был кузов. Но сейчас это уже просто остов. Тоже интересный трактор, модель, я не знаю, написано ХТЗ. Дальше у нас идет ДТ-20, ДТ-14, прицеп зубренок. Кстати, интересно то, что я не так давно видел аналогичный зубренок, и его тащил Porsche Cayenne. Тоже интересно, да? Porsche тащит зубренок. Еще один интересный трактор, и это Владимирец. Дальше у нас идет маленький автомобильный прицеп. И тоже интересная машинка для очистки тротуаров. Рабочее место водителя, видите, различные агрегаты. И, кстати, здесь за забором, видите, есть небольшой частный домик. И там есть как трактор, так и автомобиль ГАЗ-51 в очень хорошем состоянии. Так что, видите, техника у некоторых людей еще ездит. И, в принципе, они ее поддерживают в рабочем виде. Ну, давайте пойдем дальше. Здесь у нас идут также, видите, различные установки. И, кстати,
Один человек, который здесь работает, мне сказал, что вот с этой установки сняли двигатель, и сейчас его устанавливают на автомобиль, на шасси МАЗ-200. К нему мы подойдем, и я вам покажу, как ставят двигатель на эту машину. Еще один, видите, скорее всего, это или компрессор, или, возможно, что-то другое. Изделие AD20, видите, Т. Или, возможно, это какие-нибудь маленькие электростанции. Кто знает точно, тоже напишите в комментариях, что это может быть и для чего эта техника служит. Еще одни интересные автобусы. Такие автобусы есть в 43-м масштабе. Они продаются под брендом Start Scale Models. Как первый, так и второй. Один, видите, в военном темно-зеленом цвете, второй в обычном гражданском двухцветном исполнении. Синий низ и желтый верх. Ну, они, конечно, уже все раздербаненные. Ну, конечно, состояние этих машин уже очень печальное. Они здесь просто доживают. Видите, раньше был номерной знак 9846DM. Ну, это второй автобусик. Этот автобус, по-моему, на базе 66-го газа. Дальше у нас идет сама шишига, ГАЗ-66, с Кунгом. Когда я был моложе, мне удалось поездить на таких машинах. Конечно, ощущение не самое приятное, но, в принципе, эта техника пройдет везде, где не ступала даже нога человека. Эти колесные диски с подкачкой воздуха. Есть небольшой шланг, который идет в саму покрышку. В принципе, при порезе колеса ваша машина останется на ходу. Вот так выглядит кунг этого автомобиля. Здесь, конечно, внутри различный хлам. Но, в принципе, видите, места довольно много. Вообще, сейчас очень много людей, которые покупают такие машины с различных военных складов в законсервированном виде и, в принципе, используют их для охоты, для рыбалки и для просто бездорожья. Также есть 157 ЗИЛ. Видите, еще вот такая самоходная установка. Она, наверное, закрыта. И другая интересная военная техника. Кстати, вот такая гусеничная машина тоже есть у производителя Start Scale Models. И вот эта машина на базе 200-го МАЗа, о которой я говорил, и которой сейчас устанавливают новый двигатель. Таких машин было выпущено всего 4 штуки. И, скорее всего, эта машина будет отреставрирована. Трудно сказать, для чего использовался этот автомобиль. По-моему, их использовали как медицинские. Возможно, я ошибаюсь. Так что, если кто знает более точно, напишите в комментариях. Еще есть машины на эти другой стороне. Есть гоночный газ. Также некоторые другие остатки от машин. У меня уже на видеокамере заканчивается батарея, поэтому, возможно, съемка прервется. Автоцистерна на базе 131 ЗИЛа. Видите, военные окраски. Также есть автомобиль-вездеход на базе газа. Советский номер 1045 ЕАГ.
И машина, которая очень похожа на автомобиль из фильма Mad Max. Это Урал ЗИС. Очень сильно заколхожен. Видите, у него также переделана крыша. Скорее всего, здесь резалась стойка. Делался наклон самой крыши и заново сваривалась. В принципе, машина довольно интересная. Ее предназначение неизвестно, что хотели из нее сделать. Но, видите, в принципе, техника довольно необычна. Дальше у нас идет автоцистерна на базе ЗИСа. Это даже ЗИЛ. Номер 3742ЕАЮ. Ну, такие ЗИСы тоже были. Видите, родной цвет кабины был светло-голубой. Здесь даже есть какие-то логотипы, которые уже со временем выцвели. И дальше у нас идет Колхида. Тоже довольно культовый автомобиль. Номер 4543ЕАО. Здесь был шильдик, видите, но его кто-то оторвал. Остался только маленький кусочек. Тоже довольно сильно уже раздербанен салон. Дальше у нас идет медицинский автомобиль на базе 130-го ЗИЛа. Посмотрим, что здесь написано. Флюорография, видите. Это автомобиль был в Будапеште. Видите, сюда каким-то образом он тоже попал. Вот так выглядит данный грузовой автомобиль. Тоже, видите, техника довольно интересная. И, в принципе, очень хорошо почитать историю этих автомобилей. Где и когда они использовались, в каких целях. И, в принципе, видите, какова их дальнейшая судьба. Дальше у нас идет автокран. База, скорее всего, 130-го ЗИЛа. Кабина от 131-го. Видите, стрела уже довольно сильно заржавела. Не знаю, двигается ли она. Ну, в принципе, машина тоже интересная. КАВС. Тоже в таком грузопассажирском исполнении. Уже сильно заколхожен. Также есть автовышка на базе 53-го ГАЗа. Такие вышки у нас в советское время ездили, я их помню. Как раз ремонтировали различные соединения, различные провода. Туда, в люльку, становился человек, и, в принципе, вот эта вся конструкция поднималась. Дальше у нас идет еще один грузовик. Это у нас ГАЗ. Только у него, видите, сдвоенная кабина. И, возможно, это раньше был пожарный автомобиль, видите, красный цвет. Потом его просто покрасили в зеленый цвет и поставили сзади вместо автоцистерны обычный деревянный кузов. Тюнинг передний бампер. У нас начинается дождь. Дальше идет у нас осенизаторская машина на базе 53-го ГАЗа. Хорошая бочка. Тоже довольно свежая машина. Скорее всего, она, может, использовалась лет 6 назад. Потому что, видите, в принципе, у нее задние фонари довольно нормальные. Ну и, в принципе, по общему виду можно сказать, что эта машина была на ходу. Вот колесо куда-то потеряли. Дальше у нас идет Авиа зеленого цвета, но, в принципе, эти машины я помню в основном в синем цвете. Идет Икарус 620, его мы уже мельком видели. И идет медицинский РАФ. Конечно, РАФ уже сгнил. Здесь осталась часть салона, видите, кресло. Яраз.
еще один ЕРАС в довольно интересном исполнении. Посмотрите, это из автобуса переделали вот такой небольшой, или, скорее всего, рыночный фургончик. Здесь, скорее всего, были стеллажи. И раскладывали товар. Возможно, его использовали с какой-то другой целью. Ну, мне кажется, что это был такой вот небольшой, как передвижной ларек. Задние фонари от ВАЗ-2107. В принципе, видите, последний раз эта машина проходила техосмотр в 2001 году. И идет еще один RAV. Тоже довольно редкая машина. Развозной фургон. Видите. УАЗик. Еще один УАЗик. И еще один УАЗик. Видите, у этого УАЗика довольно интересный кузов. Опять же, скорее всего, он переделывался на каком-то ремзаводе. И дальше у нас идет экспозиция с «Жигулями». Первая машина – это «Лада Самара Балтика». Девятка.